Раз, два, погнали! Сошедшая как будто с полотна русского живописца Ильи Репина картина – ничто иное, как фестиваль бурлаков. В день рождения любимого города рыбинцы решили окунуться в жизнь предков. Вот так закалялся русский дух. О том, что Рыбинск – столица бурлачества, знает, пожалуй, каждый его житель. А вот попробовать себя в тяжелом деле рискнуло лишь несколько команд. Для более глубокого погружения в атмосферу тех времен разучили бурлацкие песни и наварили ухи. А на другом берегу Волги перед гостями Дня города предстал другой Рыбинск – купеческий. С начала 18 века рыбная слобода, именно так именовался Рыбинск до 1777 года, была важнейшей торговой точкой на Верхнем Поволжье. Центром городской торговли была Красная площадь, в народе ее еще именовали Крестом. Здесь пересекались главные улицы рыбной слободы. В день города площадь предстала перед горожанами в обновленном виде. Дмитрий Юрьевич, я прошу вас звоном колокола открыть новую страницу в истории Красной площади. Нам хотелось, насколько это возможно, в наших силах передать атмосферу того времени. Определенные костюмы нашли, определенные товары поставили. Рыбинск – это город промышленников, город моторостроителей, авиадвигателестроителей, корабелов. Вы своим трудом доказали всем, что вы умеете, можете трудиться на благо Ярославской области, на благо нашей страны. Помимо руководителя области, участие в празднике приняли глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Почетные гости посетили главную строительную площадку Рыбинска. Во втором по величине городе области активно ведутся работы по берегоукреплению. Доложили лично президенту, президент сказал, в Рыбинске берег строить, его строим. А также возложили цветы к мемориалу «Огонь славы» и памятнику адмиралу Федору Ушакову. И то, что здесь такие легендарные личности, как Ушаков, как генералы Батов, другие генералы, это говорит о том, что все-таки где-то есть такой божий перст над Ярославской областью. Завершились торжества в Рыбинске лазерным шоу и праздничным салютом. Владимир Летуновский, Сергей Гордиенко. День в событиях.